Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в краже автомобильных аккумуляторов. При досмотре авто в салоне обнаружили 7 элементов питания. Водителя и двух пассажиров задержали. Преступление случилось во дворах домов на улице Братьев Кашириных. Эта запись с камеры домофона теперь приобщена к материалам дела. На съемке видно, как мужчина скрывает лицо под кепкой и закрывает камеру наклейкой. А все для того, чтобы не было видно, как он вместе с двумя подельниками вскрывает капот и легковушек, чтобы забрать аккумуляторы. А после грузит в свою машину и уезжает. Но скрыться не получилось. На дороге дежурил экипаж ДПС. ВАЗ-99 модели привлек внимание сотрудников ГАИ. Машину остановили, в салоне нашли аккумуляторы. Всю троицу задержали.